Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас открыли наконец-то коллекционер героев. Как обычно, он у нас идет по понедельникам. В принципе, коллекционер неплохой, особенно для пиздоната. Для доната, ну, не знаю, такое себе. Порочный пак и за укротителя дают выживание. В принципе, тоже неплохо, но тут порочный пак. Тоже интересный вариант, 15 слизней, вот так вот. В принципе, укротитель падает вроде как неплохо, но сейчас посмотрим. Так, у нас еще дополнительно есть на трату, зато сможем посмотреть, за сколько соберем 15 слизней. Так, окей, поехали. Сразу же Ронин падает, фига себе. Так, первый есть князь тыква. Махатма. Ну, тут ничего удивительного. Читерный аккаунт. Королева гарпий. Арташка. Так, Атлантик. Ну, как видите, слизни падают не очень. Фрея. Все подкручено. Так. Паладин. Ну, а где слизни? Бульдозер. Афинка. И герои упали, где-то 30к мы проролили. Влад Дракула, сердцеедка, королева гарпий, друид, асура падает, паладин. Да, ничего так. Тесса. Бугимен, вот так вот, королева гарпий душек. Так, что мы там уже потратили? 34к. Смотрим. 8 с 15, ребят. В принципе, мне скин на деда, по-моему, нужен. Последний. Так, еще одна финка. У героя, конечно, падают неплохо. А вот слизни, как видите, как всегда. Энди. Вот он, укротитель, есть. Еще плюс одно выживание у нас. Дед Мороз, ты где? Триантик. Ну, практически уже все собрали. Химка только не упала, Дед Мороз и последний слизнячок. Варлок. Нормально так ушло, вот он последний. Смотрим, что у нас ушло на слизней. Такс. 56к. Вот так вот. Забираем отсюда плюшки. Немало, немало, я вам скажу. Каждый раз все больше и больше. Ну, вот так вот. В принципе, вроде и неплохо. Такая тут лунка. Шестая эмблемка. Ну, шестая, такое себе. А тут седьмая, вот так вот, 15 слизней, 10 таких, в принципе, неплохо. Собрать, вот такие вот плюшечки. Поехали посмотрим, что там такого интересного. Карта первая, вторая. 63-х, выживание. Я вам скажу, вроде неплохо, но оно того...
вряд ли стоит. Давайте еще попробуем добить Деда Мороза с вас, ребята, по лайку. Ниндзя. Сноу. Дед, приди. Леди Лио. Ведьма. Видите, дальше не падает королева гарпий. Рину. Медуза. Ну, вроде так ничего, еще двое. Там у нас 74к, ребята, идем в брайт сходим. Собьем этот невезучий рандомчик. Ну, дедушка, давай. ББшка, Дрейк, Гаргул, нифига себе. Нормально так. Рыцарь тьмы опять. Призрачный. Ну. Дед Мороз. Вот он был. Все. Есть. Смотрим, что у нас получилось. За сколько мы все собрали? 86к. Ну, не знаю, не знаю. Давайте уже добьем до соточки. Заберем плюшки. А с вас, ребята, по лайку еще один Рино. Ведьма. В принципе, таких неплохих героев выбили, особенно начально. Дальше, конечно, уже пошел трешачок. Так, ну что, давайте еще одну имбу. Призрачный всадник, это не имба. Тесса, тоже не имба. Ну, у Грома, вот она имба. Так, итого, соточку мы потратили, непонятно на что. Ну, собрали всего коллекционера, вот так вот. 86к за все. Так, смотрим, что у меня тут еще осталось улучшить. Так, забрал. Дед Мороз на максималке уже у нас, отличненько. Вот так вот. С каждым разом все больше и больше уходит на коллекционера. Ну, хотя это рандом, но не думаю, что он будет у всех разным. А, так, идем пооткрываем плюшки, которые мы там позабирали. Что там у нас есть? Это у меня вот такие простаивают. Время заняться стройкой. Так, что 25-е? Такс, окей, поехали дальше. Демону карта одна есть, сундук таланта мы пока не будем открывать. Карты, где там эти расходники. Let's go. Две афинки, биги, заклинательница, ну такое себе. Куплю я вторые карты, открою потом на всех серверах. Посмотрим шансы. Так, сет Prime Room.
Ну, окей. Грубая сила. Ну, вот это неплохо. Потом у нас еще какие сеты падали. Больше ничего такого нету интересного. А, вот пешки Лазаря. Так, ну тут, как обычно, всякие расходники. Третьи сундучки. Эмблемки. Каменка. Ну, такое себе. Хоть смертушки немножко получили. А, так. Четвертый сет. Бастион шестой. И четвертый сетик откроем. Вот так вот. В принципе, вот такой вот коллекционер. Пишите комменты, как обычно, лайки, репостики. Записал вам его с утра. Всем удачи, всем пока.